Всем привет, с вами Crossplay Game. Воу-воу, всем привет, Ринка, только бока играем, что как мы всегда. Сегодня строим, как всегда, новый какой-то дизайн, что еще делать в только бока. Вот это мой дом, и знаете, что я хочу сделать? Что ты хочешь? Я хочу посадить новые цветы, там аксессуары разные придумать для дома. Тогда давай садить. Приступаем. И новых персонажей. А может в каком-то определенном стиле мы Не, это потому сделаем? Что на разных локациях есть очень много красивых вещей. Слушай, давай вот каждую комнату, каждый под свой стиль забодяжить. Давай. Просто у меня уже комнаты готовы. Это вот это? Смотри. Хорош, это срач полный. Папа, так мы это на видео обустраивали. Ну да. А вот это я разложу по полочкам. Я так и понял. Этот очень напоминает твою комнату. Это кухня. Угу. Ну вот кухня, комната одинаково, плюс-минус. 4 же стены, правильно, есть окошко. Слушай, Крош, давай сегодня какую-то... Я вам прикольную покажу. Такую серию сделаем, типа обустроим ты одну комнату в каком-то стиле диком, каком-то Африка или еще что-то, и я вторую комнату в стиле, допустим, ледникового периода какого-то. Давай. А у меня есть идея. Вот это будет круто. Подождите, у меня есть идея. Ну, давай свою толкай. А давайте я вам покажу, где взять очень красивые вещи, которым вам 100% понравится. Ты меня заинтриговала. Покажи, Крушик. Давай. Смотрите, мы будем ходить по локациям. Окей. Смотрите, если у вас есть обновление с вот этими котиками и собачками, то надо взять вот этот набор и взять оттуда вот эту вот, чтоб капать глаза. Смотри. И она красивая очень, смотри. Прикольно. И что она делает, Крош? Ей можно капать глаза. Ну, закапал. Дальше что? Спать? Можно не спать? Да. Напоминает мне кое-какой препарат. И дальше что еще? Заходим на новогоднюю локацию. Угу. Сейчас я вам ее покажу. Кстати, если вы слышите Apple Pencil. Это ты Apple Pencil по планшету проводишь? Да. Стукаю даже можно. Угу. Грубо говоря, стукаю. Так, и что тут? И ищем вот этот дом. Дом снеговичка. Да. Там есть красивые вещи. Вот, например, смотрите, видите, здесь можно взять снег. Потом, смотрите, здесь есть маленький крампет. Угу. Потом здесь можно взять очень красивый поднос. Кстати, поднос очень красивый. Потом можно взять вот такую вот штучку с короной, картину, вот такую вот очень красивую эту, не знаю, как называется. Угу, красивый, кстати, дом такой вот новогодний, мне так нравится, да. Крош. И смотрите, мы возьмем вот эту вот корзинку. Действительно, так по-новогоднему. Ой, а что это ты... Дядя черный делает здесь. Я не знаю, он, наверное, краской облился. Угу. Не-не-не, черный. Он просто чернокожий. Вот и все. Негр. Да. Так. Берем... Что ты тут? Потом, смотрите, берем вот подарки, эту. Подарки, да? Это ты воруешь? Получается, забираешь. Нет, вещи, папа. Что ли, из дома? Я и так из всех локаций делаю. А-а-а-а-а. Это все так делают. Все так делают. Да, все. То есть ты заходишь кому-то в дом или куда-то там зашел в магазин, понабирал все бесплатно, да, и пошел домой? Да, и пошел домой, все. Это реально только в токабока, вот бы так в жизни, да. Смотрите, ребят, кто хочет, например, так в жизни, напишите комментарий, да. И поставьте лайк. И обязательно подпишитесь. Да, и сейчас я вам зачем покажу. Зачем подписаться? Расскажи ребятам. Чтобы выходили чаще видео. Угу. Смотрите. Нас это мотивирует, нам это прикольно. Смотрите, да, видите здесь эти костюмчики, да? Да, да. Смотрите, я просто беру костюмы. Смотри. Ну, и что? Просто их беру себе. В коробку с подписцы, да? Нет. Угу. Это блина. А что это, друг картошка или орешек? Это орешек. Друг орешек? Это он в костюме такой или ты реальный орешек? Смотри, пап, я просто выхожу из локации и все. Я просто забрала вещи и все. Ну, это реально только в Токабока. Ты знаешь, мне все больше и больше нравится Токабока.
Там можно творить, что хочешь, забирать, что хочешь. Да, ничего я, вот за я это не будет. Смотри, я даже сейчас могу ограбить банк. Не придется, да. Я сейчас даже могу ограбить банк. Ребят, я не знаю, такие мечты говорятся вообще или нет, но мне бы сильно ограбить крупный банк. А зачем ты это сказал? Сейчас кто? А вдруг кто работает в банке, это слышал и никогда тебе это не разрешил сделать? Они, доченька, и они все прекрасно понимают, что это прикол, это шутка, это игра. И каждый человек смотри, хочет ограбить банк. Это у каждого все... такие мечты. Это смотри, нормально. Все, все типа уходят, да? Все типа уходят, да? Ага. Такие все вышли, да? Так. Да, и что тут? И мы... Смотри, а где бабки? Крошек. И тут золотишко. Подожди, смотри. Подожди, вот этот на бандита похожий, такого подожди. Грабителя. Давай сейчас. Его. Не, это девочка. Угу. Смотри. Это сигнализация только что включилась в банке, да? Смотри, папа, сейчас. Открываем. Потом вот так. Так. Все. Деньги наши. Ничего себе, крошечка. Кто работает в этом банке, токи-боки, никого, пожалуйста, не смотрите это видео до конца. Да, баб? А это то точно. Сейчас давай, увидят. Собирай вот всё. Это все. Зачем? Я деньги не взяла. А в тележку можешь собрать? О, смотри, это такой код. Давай, собирай. Ты знаешь что? Доллары это все классно, но золото, оно золото, еще круче. Золото в токи-боки не ценится вообще. Я не знаю, серьезно? Не а доллары лучше, даже копейки ну, лучше. Послушай, вот в реальной жизни, когда я помню, это давно было, килограмм золота 8 тысяч долларов стоит, 1 килограмм. А в этом слитке может быть килограмм 10-15. Это 80 под 100 тысяч долларов каждый слиток. 999 пробы. Что такое 999 проба? Боже, ничего проба? Не поняла. Боже, кто понял, ставьте кто, лайк. Кто понял, тот в теме. А кто не понял, не а поймет меня, или поймет позже. Это акционный... Какое-то послание. Нет, крош, это, мне кажется, акции или какой-то древний лист, который может стоить миллионы долларов. Ну, такое есть в Америке. О, ключ! Да. О, ключ обязательно. Только от чего-то. О, и какой-то код! Крошка. Опять какая... О, что это? Карта какая-то. Мне кажется, нам нужен золотой слиток и кучу... Вот эти деньги в тележку положить. Вот берем тележку, во, потом... Во, вот так мне нравится. Вот так уже получше. Берем тележку. А, чуть планшет не упал. А круто, тележку в руки нельзя взять. Подожди, как это нельзя? Нельзя. А вот же там вот ручка, чтобы... Да, вот я сам, смотри, видишь, я не могу взять тележку. Угу. Нельзя ее брать. Так, потом забираем монетки. Так, и берем и быстренько забираем. Короче, идем на вроде 56 этаж. Видишь, какой... Послушай, тут что, 3 этажа? Нулевой, 56-й, 72-й? Да. Ничего себе. А как так? А куда делись все остальные этажи? А все остальные пропали. Вот это интересное здание, я бы хотел в таком побывать. Значит, это здесь что, офис? И здесь очень красивые вещи. Круто, hello, потом hear me, hire me, что это такое? Hear me, короче. Ты слышишь меня, да, или что такое? Не знаю. Или это для меня там? Например? Откуда я знаю? Ты же английский изучаешь. Да и что, мы еще это не изучали. Ладно, сорян. Мы это уже изучили. Изучили? Ну, да, так, но я тогда, забыла. Тогда ты тем более можешь сказать. Но я забыла. Телефон. Ну ничего, бывает папа, такое. А это степлер в виде акулы, видела? Вот не он хочу. Возле магнитофона. А показать кое-что? Смотрите, видите, показывай. Я открываю принтер. Угу. И булочки фотографируют? Да. Вот это жесть. Вот это, да. А вот котик в розыске, что ли? Да, котика потерял. Ну, какой красивый котик, напоминает нашу Эмочку. А что это был кабинет? Смотри. И там что у нас? Собака! Собака. Вот, смотрите, вот то послание от этого. Так. И так, камень. Так, так. Ничего себе, и что дальше? Так, 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 так. И треугольник. А ну еще раз, подожди, обнули. Вау!
Это супер костюм мега турбо котыка. В холодильнике какашка. И мы ее съели. Как это вообще возможно было? И кто туда ее запихнул, эту какашку? Бред полный. Крош, давай вот этот костюм кота. А ну. Это можно туда... Кого хочешь этот костюм, да? Да. А ну, давай, засунь. Нет, маленький только можно. Маленький? Давай вот. Крампетика. Собака. Ну все, и пусть. Нормально. Послушай, а может ходить или нет просто? Может. Пусть будет. О, да. Слушай, вот это дичь. А что это все? Красивый костюмчик! Замороженная какашка меня просто поразила. Я такое даже не ожидал. Скажи, а вот это что здесь? Это какая-то, не знаю, штучка. А ну-ка, а ну. Крош, Крош, ты... Так, аккуратненько, а то экран сейчас с Apple Pencil разобьешь. Кстати, аккуратно надо с Apple Pencil, да? Ну, ты наугад, Крош, давай еще раз открою. Я забыла, как... А подожди, давай, раз. Так, так, так. Нет. Так, 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 так. Нет, да, я сделаю, смотри. Мы видим кружочек, потом два раза вот эти, раз, два и треугольничек. Так я так и делала. Нет, но я сделал, вот смотри, подожди. Что это такое? Что это? Это какой-то... крампет. Крампет? Маленький крампетик мы нашли. Я его в мусорку выкинула. Ой, крампет, фу. Давай, подожди, держи этот крампет. Папа, да ты зачем всех переодевал? А ты что, зачем? А что? Папа, зато... нельзя, пап, нельзя уже из мусорки его достать. Ну они модные. А вот это что? Это какой-то радар. Держи, он будет наблюдать и следить за крампетом. Да, пап, ты опять выкинул. Слушай, а почему нельзя с мусорки достать? Потому что выбросил уже все. Крош, я помню, как-то я в реальной жизни выбросил нечаянно документ в мусорку. Я в мусорнике лазил. Ужас. Да, рядом был бомж, и я лазил. Он думал, я его конкурент. А я говорю, чувак, я тут документы потерял. Если ты найдешь, тебе они ни к чему, а для меня важны. Я тебе куплю хот-дог. Он старался и так и не нашел. Вот такая вот история из жизни. Как я тоже не нашел. Как есть? Короче, вот так вот. Вот так вот. Так что внимательно выбрасывайте и то, что... Смотрите, что выбрасываете. Правильно? А то можете что важное выбросить. Сейчас... Хотя, помнишь, я Заринины вещи выбросил? Мы когда ехали в Киев, то тогда Зарина дала вещи и мусор рядышком. Я взял и мусор выбросил, и вещи выбросил. Была такая движуха. Вот такое. И где эти сейчас вещи? В мусорке. Бомжи растаскали и одели, да и все. Папа, вообще-то Зарина неприятно такой. Не, ну... Зарина не в обиде, потому что... Ей купили новую? Ой, я уже не помню. Зарина, если ты нас слышишь, напиши в Вайбере. То есть не в Вайбере. Напиши в комментариях. Купили мы тебе взамен вещь новую или нет? Если нет, то мы купим. Да, обязательно. Капибара, так. Капибара, 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 капибара. Ой, капибара. Это куда мы попали? В лес какой-то? Сейчас мы будем... Это скелет динозавра? Да. А это будет в следующей серии. А с вами был Крошик Дэй Гейм. Ставьте лайки, подписывайтесь. И обязательно подписывайтесь на наш канал.